В Башкортостане продолжается рост цен на определенные продукты. На прошлой неделе заметнее всего подорожали помидоры на 14%, бананы почти на 7%, морковь на 6,5%, детское пюре от 5,5% до 6%. Данные опубликовал Башстат. Сахар вырос в цене на 4,7%, хлеб на 2%. Рост стоимости конфет, капусты, яблок, соли, говядины, сосисок варьируется от 2% до 4%. Самыми медленными темпами растут цены на пастеризованное молоко, сыры, печенье, муку, сливочное масло от 0,2% до 0,5%. Немного снизились в цене черный чай, огурцы, свекла, куры и картофель. Как сообщал ранее РБК, в целом по стране за первую неделю санкций потребительские цены выросли более чем на 2%. Инфляция на 4 марта ускорилась под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров, говорится в докладе Минэкономразвития. Вот в частности, цены на непродовольственные товары выросли на 4,5%.